Но Данели попутно еще талантливый человек, конечно, очень. Ну, да. Мне даже кажется, что и Киндадза, которую мы сняли, вот, многие как-то ее не поняли. Кто-то прислал письмо ругательное. Раньше вас любили, а сейчас мы вас ненавидим, Леонов. Испортил настроение всему люду, советскому, там, отдыхающий санаторий, Куяльник, что ли, откуда такое злое письмо. Ну, я думаю, сейчас какие-то письма, ну, редко сейчас пишут, но все-таки приходят письма. Вот мы сейчас поняли, про что картина Кин-дза-дза. Про нас. Ну, конечно, про нас. Она только была как-то тогда очень, было, может, страшно впрямую, поэтому ассоциации, все прятались за что-то, намеки. А после 85-го года какие тут намеки? Ку! Ну, правда, сейчас тут-то говорит, надо попроще. Гайдар что-то уж очень умные слова говорит, надо попроще, попроще, а попроще кю да ку. Че, какие, кин-дза-дза, вот проще уже и не бывает.